сейчас я подъеду к тебе. Вот эти подвесим все, да? Яблоко. А это из чего? А как алики в картуце? А это 400, и та 600 новая. 400 рублей. Редкий. Редкий, да, не видел. Да, я все. Такой не видел, да. Побольше, бывает еще побольше. Нету. Друзья, всем привет. Сегодня у меня долгожданная барахолочка по вашим просьбам. Пишите, что давно не снимал. Вот заехал сегодня на барахолочку, погулял. Так пообщался с комрадами. Много комрадов, кстати, торгуют. Вам приятного просмотра. Не забываем ставить лайки, подписываться. Выезды будут у нас, еще и зимой будем ездить. Ну все, и всем сразу пока. До новых встреч, друзья. 1400, да? Да, остальные по 800 до этого. Вот это 600, 300. А эти советские, да? Да, или? Да, 800 рублей. Друзья, 1300 вот такой. Это 1300 углевод. Ага. Это какой, Касимов там или кто? Вроде там, смотри, там. Не, не Касимов. Не какой-то. А обезьянка в какую цену? 450. Шестьсот рублей. 600 килограмм она. Не знаю. Шестьсот рублей. Ну, давайте, если берете. Побольше, бывает еще побольше? Нету, пока ну, ничего. Вообще бывает, да? Ну все бывает. Ой, сегодня страх. Есть, а завтра нет. Ну, сейчас была, уже нету, да? 50. Возьмите. Это у них говна. Вчера смотрел. Телефон. А вот этот утюжок сколько? 400 рублей. Редкий. Редкий, да, не видел. Я такой не видел даже. С нержавейки сделано. Советский, да? Да, да. Классно. А вот там. А эти вот замки все рабочие, да? Вот. Все, да, рабочие, конечно. Сколько такой кодовый? 350. Это классно. Заряд 20 стоит. Что-то много товара у вас, хорошо. Вот такие разные, редкие штучки. Буденовка. Буденовка есть, да. Прикольно. А каски у вас? Немецкая 1500, советская 400 и та 600 новая. Ну не новая она там. Ну я понял, посмотрю. Прикольно. Продолжение следует...
Такой сколько? 800. А это почем? 200 рублей. Старый выпуск, Советский Союз. По 250, да? Чё? Вот эти по 250? Да. А эти по 200, да? Нет, это тоже по 250. А, эти вот эти по 300. А если оптом, бомба, говорю. А как алики в каком целом? 100 рублей, 30, наверное. Серебро? Да. Я думал, что тебе положу, а ты видишь, ты прикаешься. А я чего прикаешься? Я же рассказываю. Я проходит, приехать, походит, побродит и... И мандулор. Мандулор уже приходил в нашу центр. Сколько десяток? 200 рублей. Да, не деньги. Вы копаете сами три или нет? Да. А это из-под чего? Чернила было. А бутылочка? 1300. Ничего себе. Шурфа, что ли? А? Шурфа? Да нет. С дома. С частного, да. Да, с частного. Вот эти по 250, да? Яблоки. 30. А почему одинаковые? А, то, что осталось. Это так давно было. Это, кстати, хороший пластик. Да. Сколько она стоит? 100 рублей. Это все. Они не по сотке берут. Они новые вообще. Да нет, они стоят по сотке. Они дороже. Я вам на перекуп по 100 рублей беру. Я тебе говорю, не имеет смысла. А я буду почем? 30 рублей там цель висит. Там тут настоящий, да? Мегибрид. Может, за лабок не ставлю. А это у меня валяться будет. По музыке там окно хорошее. Диск берут, настоящий. Берут. А игрушки в какой цене? 1000, а этот? Ну, под... А, по 1000, да? Я 12. Друзья, помните это? Такую штуку. Ложишь сюда монету, переворачиваешь, а она уже вот под этими штуками. Прикольно. Ради бога. А это? Как? Я не знаю. 12. У меня всего здесь. Я тут хоть 100, хоть 200. Что у тебя есть? 200 какой-то. 200 какой-то. Да. Да.
Почему? Ну я ж тебя спрашивал, что у тебя с тентом. Сейчас я подъеду к тебе. Ну. Наверху. Ну я ж спрашивал из-за ремешок у тебя. Понятно. Ладно, сейчас я подъеду.